Гражданская панихида сегодня прошла в Адлере. Проститься с Пантелеем Владимировичем пришли родственники, друзья, коллеги, депутаты городского собрания Сочи, мэр города Анатолий Пахомов. В памяти людей Пантелей Андрюханов всегда останется высокопрофессиональным, требовательным, инициативным руководителем и отзывчивым человеком. Доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, был основоположником развития курортологии. За работу в сфере здравоохранения награжден 4 орденами и нагрудными знаками, а также удостоен 12 правительственных наград. Будучи главным врачом Адлерской больницы, Пантелей Владимирович смог реорганизовать структуру районного звена здравоохранения, в результате чего резко снизилась детская смертность и стала широко проводиться диспансеризация взрослого населения. С 1970 года Андрюха стал главным врачом санатория «Известия», а спустя 5 лет возглавил санаторий «Южное Взморье», где проработал в течение 30 лет. 7 августа этого года он должен был отпраздновать свое 83-летие.